Скажи доброе утро. Точнее, добрый день, скажи. Мы все утро протусили и даже не сказали никому доброго дня. Да? Ох, ягоза. Вообще на месте не сидит ребенок. Вообще не сидит. Аня, скажи. Ой, скажи нет. Асюша, а ты с мамой, да? Эти две с папкой ходят, да? А ты моя девочка, да? Ты моя, потому что... Мамин сын, а он пасется там, где еда, да, Бруняш? Там, где кухня, вот тут и Бруно. Вот это я понимаю, у него любовь другая. У нас пищевик, сладкий мой, сладкий. Дин. Ты все отца гипнотизируешь. Все думаешь, тебе перепадет что-нибудь. Это вряд ли. Ну, тут тоже все без изменений. Ты вырвалась? Вот смотри, как Сонюшка лежит красиво. Такая девочка красивая. Вот она. Очень красивая кошка. Ты все поползла? Ты убежала от мамы? Ты убежала? Анютя? Вот он. Бах! Дина, ты такая деловая вообще. Дина сидит, гипнотизирует еду Артема. Уши отодвинула назад. Которому на все надо спать, да, Тём? Абсолютно. Покажи. Вот так вот. Да. Динусь, ну как так-то? Все, забирай, уноси сумки. У нас тут разбор полетов, разбор армесов. Сергей дождался своего часа. Все, красоту разгрузили. И у кого на носу пенопласт? У кого? Дочь, подожди, Бруняш. Все, что нажито непосильным трудом. Много народу, много тарелок. Вот так и ходим вместе, да? Бруно вылавливаем с улицу. Тут у нас тюки с подушками. Пойдем, Соня. Пойдем. Брунечка ждем. А его все нет и нет. Вот он. Сыночка. Брунчик, давай домой. Быстро домой. Иди. Вон Соня пришла, тебя ждет. Давай, сынок, вставай. Давай, а то Сонечка выбежит у нас. Давай. Соня, домой. Все. Мне еще стрессов не хватало перед сном. Все. Пошли, дети. Пошли домой. Соня, Бруно, давайте. Какая умная кошка у меня. Пошли, Бруняша, пойдем, мой хороший. Брунчик, пошли. Пойдем, он что даст. Пойдем скорее. Бежали, братцы-кролики. Так, давайте всем раздачу вкусняшек перед сном. Давай. Асюша, Сонь, иди. Иди, Сонюшка, тебе тоже дам. Иди, моя куколка.